Ну, наверное, во мне что-то такое есть, что цепляет меня в этом спектакле. Не импровизация, скорее сиюминутность какая-то, да, возможность выразиться в эту секунду. И вроде бы это не кукольный спектакль, но он кукольный в то же время. И работа с партнером, просто проникнуть в его мозг надо каким-то образом. Фраза Анны Аркадьевны: вы не можете ошибиться. Все, что вы сделаете, это правильно. Просто мы уже будем отбирать, что именно конкретно нам подходит. Вот это мне запомнилось, и я запомню на всю жизнь. Что я не могу ошибиться.